Всем привет! С вами Стив Про. И сегодня, друзья, мы вместе с вами поговорим о планах на будущее на моем канале. Что ж, и вправду приветствую я всех. И сегодня у нас будет три главных пункта, которые тревожат многих. А также сегодня, друзья, я расскажу о кое-чем новом на моем канале, которым просто раньше не было и не было раньше нигде. Но с этой системой вы могли столкнуться на одном сайте, а на каком я расскажу немного попозже. Что ж, во-первых, начнем со стримов. Вы заметили, что на моем канале начали появляться стримы, то есть прямые трансляции, на которых мы проходили разные игры или просто развлекались. Данные стримы будут появляться около 2 раз в 1 месяц, друзья. Теперь будет вот так. Хотя в этом месяце, наверное, было около 4 стримов, это было довольно много. Ну а теперь они будут уходить намного реже. Ну, переходим теперь к видео. Да, друзья, видео выходит часто, и я планирую расширить немного, так сказать, контент про карты. Их очень мало у меня на канале, поэтому, друзья, в скором времени их станет намного больше. Что касается шейдеров, они выпускаются очень редко, поэтому и видео про них выходит довольно нечасто. К сожалению, так. Но, друзья, шейдеров много тоже не бывает. Что же самое происходит и на компьютерной версии Майнкрафта. Также, друзья, я планирую в скором времени изменить описание каждого видеоролика, то есть немного его улучшить, добавить кое-какие ссылки. Но все это вы увидите в скором времени, то есть в течение недели. Ну и последнее, наверное, на сегодня, друзья, это промокоды, о которых, наверное, сегодня пойдет самая главная речь. Что ж, и вправду, это довольно новая функция, которая пройдет на моем канале и будет приходить именно с этим видео. Что же такое промокоды, друзья? Данный код что-то может активировать, но для этого вам придется написать его ко мне ВКонтакте. Если вы же зарегистрированы на сайте CSGO Happy, то вы поймете, о чем сейчас я буду говорить. Там также есть промокоды, за которые дают либо бонусы, либо какой-то процент, либо деньги. Ну а здесь будет немного все по-другому. Друзья, под каким-то видеороликом может быть промокод. Если же он будет, я вам скажу видео. Иногда я буду писать в круглых скобочках, что здесь будет промокод. Что же, а вы видите промокод. Пример, сейчас, друзья, под данным видеороликом находится промокод. Вы его берете, копируете, находите меня ВКонтакте, пишите сообщение. А, к примеру, если вы хотите купить пиар, то вы пишете «хочу купить пиар». И, друзья, пишите промокод. Данный промокод, который сейчас находится в описании, он активирует и дает 10% скидки на любую покупку доната. То есть, друзья, пиара на моем канале. То есть 10% я буду отнимать. Поэтому вы пишете промокод и пишете, что он активирует. То есть вы пишете промокод и в скобочках 10%. И я понимаю сразу, что это будет. После чего выбираете определенную опцию, которая вам нужна. Вы хотите ли донат, точнее, рекламу канала, обзор сервера или добавление в интересный канал или что-то еще, друзья. Но сразу скажу, что сумма будет где-то, наверное, допустим, если пиар-канал стоит 50 рублей, то, собственно, 10% это, наверное, где-то будет около 45 рублей. Поэтому, друзья, приготовьтесь, что вам придется платить неровную сумму. А также я вас разочарую, что в скором времени цены на всю рекламу на моем канале поднимется где-то на процентов 30. То есть пиар будет стоить уже не 50, а 70 рублей. Обзор сервера не 150, а возможно уже все 200 рублей. Ну, посмотрим, доживем до декабря, и после чего цены, наверное, поднимутся. Хотя, друзья, это не 100% информация. Что ж, надеюсь,
Все, что вы узнали сегодня, вам было, так сказать, интересно. И, друзья, и правда, промокоды — это довольно интересная вещь, которая, надеюсь, вам понравится. Они могут быть активированы в любой момент, то есть, друзья, вы можете его активировать не только сегодня, вы можете активировать его завтра, когда захотите. Главное, запомните, запишите на листочке. Но, друзья, если будет что-то неверно написано, промокод уже не будет приниматься или вообще применена. Даже, друзья, короче, он не будет использоваться. Поэтому не ошибайтесь и вводите его верно. А также обязательно пишите в скобочках, что он делает. Ну, можно написать даже просто так, что он делает. Поэтому, надеюсь, и правда вам все сегодня понравилось. И, кстати, я хотел напоследок сказать. Друзья, давайте придумаем название вот таким видеороликом. Если не ошибаюсь, то у Брейна такие видеоролики называют Брейнкаст. А давайте придумаем что-нибудь мне тоже такое необычное. И в скором времени я буду его также называть. Давайте подумаем, что можно... Как можно назвать данное видео, друзья. То есть такие видео будут выходить именно с названием, которое вы сейчас придумаете. Я выберу самое лучшее. Ну, конечно, вы можете общаться с коллективом, выбирать сами, но я ни разу не видел, чтобы участники в комментариях писали коллективом. Ну, может быть, друзья, ну, все может быть. Собственно, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал. Ну и, конечно, до скорых встреч!